В социальных сетях появилось видео, в котором магаданские рыбаки обнаружили нефтяное пятно в акватории Охотского моря недалеко от мыса Чирикова. На сообщение тут же отреагировали контролирующие органы. Сотрудники Магаданской межрайонной природоохранной прокуратуры совместно с отделом по надзору на море по Магаданской области Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора осмотрели акваторию и прибрежную зону на предмет обнаружения источников разлива нефтепродуктов. В результате проведенных мероприятий разливов нефтепродуктов не выявлено. Угрозы чрезвычайной ситуации не установлены. В настоящее время отделом по надзору на море осуществляется повторный осмотр акватории бухты для установления фактов загрязнения нефтепродуктами и возможных негативных последствий причинения вреда разливам нефти. Контролирующие органы рассматривают несколько версий образования нефтяного пятна. Причиной могли стать затонувшие суда, находящиеся на дне в бухте Нагаева. Не исключают и вариант со сливом нефтесодержащих продуктов в море с прибрежной зоны. Кроме того, есть версия о ремонте браконьерами в море маломерных рыбачьих судов и лодок, в результате которого могли пролиться продукты ГСМ. По справке из морского торгового порта, большие суда не выходили в акваторию с прошлой недели. Источник установить сложно, так как пятно могло принести течением. Резюмирует специалисты.